I just want to thank all of you. It's amazing. My dreams come true. I wanted to say this word to my rabbit. You are a loser, baby. You too. And you too. Ну, помечтали и хватит, пора и программу начинать. Альбина, а я уже в какой-то момент поверила, что это правда. Давай, Тома, пора. Ой. Проходи. Ну что, время не ждет? Да, время не ждет, за окном сладкий ноябрь. Москва слезам не верит, ну а мы начинаем наше шоу «Канарейки». И мы сделаем вам предложение. Ну что, Тома, до реальной премии «Оскар» осталось еще 3 месяца. 24 февраля в кинотеатре «Долби» соберутся все мировые звезды, и мы узнаем лучшие фильмы этого года, и это будет уже 91-я премия, которую устраивает Американская академия кинематографических искусств. Точно. Кстати, ты знаешь, что Кэтрин Хепберн – единственная актриса, которая за всю свою карьеру получила целых 4 «Оскара». Да, и как раз она и занимает первое место в списке величайших актрис за последние 100 лет. А вот у мужчин эту позицию занял неподражаемый Хамфри Богарт. Он заложил основы нового экранного образа, образа крутого парня, готового в любой момент разобраться со своими противниками. Никто и никогда так не носил шляпы, как Хамфри Богарт. О, да. А вот как раз актриса Бет Дэвис. И чтобы номинироваться на «Оскар» целых 10 раз и занять вторую строчку в рейтинге, шляпа ей не понадобилась. А ее героине Марго в фильме «Все о Еве» голос за кадром говорит, что она больше никем и ничем не будет, только звездой. Как и Кэрри, и красавец Кэрри Грант, который занимает аналогичную позицию у мужчин. Известно, что Ян Флеминг, когда писал Джеймса Бонда, представлял себе как раз Кэрри. Славу и профессиональное признание Кэрри принесло плотное сотрудничество с режиссером Альфредом Хичкоком. Вот еще один любимец короля ужасов, актер Джеймс Стюарт, замыкает тройку лидеров. Его элегантность, интеллигентность и обворожительность гарантировали ему почетное место в золотой эпохе Голливуда. А вот у женщин почетное 3-е место занимает неподражаемая Одри Хепберн. Сегодня ее называют самой красивой актрисой в истории кино. А принцесса Анна, Холли Галайтли, Сабрина, она вдохновляла Юбера Живанши на создание шедевров. И те наряды, которые она примеряла в фильмах, стали культовыми. И ты знаешь, я думаю, что наш модный эксперт Арнелла Хубецева это подтвердит. Я тоже так думаю. Я вижу, Арнелла уже ждет нас. Привет, Арнелла. Привет. Ну, рассказывай, что ты нам сегодня приготовила. И я предлагаю отпустить Тому, сменить наряд. Церемония все-таки основная сменить, прошла. Теперь уже время коктейлей. Меняй на коктейльное платье. Ну, ладно, девочки, я пойду. Ждем тебя. Что самое Привет. Удивительное? Привет. Да. Что самое удивительное? Столько фильмов было снято о моде вообще, да, как дань моды. И ни одна из этих актрис не стала иконой стиля. Но как ты уже сказала, Одри Хепберн, да, она естественно икона стиля. Ну, в принципе, давай с нее и начнем. То есть начнем с черного платья. Графичного, классики. Да, минималистичного, да, то есть такое оно нейтральное. Но, естественно, она его очень красиво обыграла, это жемчужным ожерельем, которое было безумно дорогое. Ну и туфлями с каблуком-рюмочкой, да. Я хочу сказать, что это платье безумно актуально и сейчас. То есть, оно никогда не теряет своей. Да, конечно, это вот то самое маленькое черное платье, да, которое можно обыгрывать бесконечное количество раз, и оно будет всегда красиво и выигрышно смотреться. И то есть сколько лет уже прошло, да, с фильма «Завтрак у Тиффани», когда это он гремел, да, да, он и сейчас гремит, мне кажется, все пересматривают его постоянно. На самом деле, да, сейчас же это еще очень актуально, вспоминать прошлое. В сериале «Сплетница» главная героиня, мне кажется, если я не ошибаюсь, каждые выходные пересматривала «Завтрак у Тиффани». Да, да, на самом деле, потому что это все-таки реально икона стиля, и это не просто так, я считаю, что это абсолютно заслуженно, да. То есть, если на вечер мы можем выбрать такое платье, тоже в стиле Одри Хепберн, да, то на повседневку, да. Мы еще берем... бы быть ей, знаешь, чтобы сидела так, все, прекрасное лицо. У тебя прекрасная фигура тоже. Благодарю. В общем, на повседневку мы можем выбрать такой костюм лаконичный, простой, да, как она очень любила тельняшки вообще. Да. И такие простые брюки-дудочки. То есть, опять-таки, это минималистичный стиль, да. И то есть на повседневку прекрасно можно
Что-то взять такое у нее идею, да. Если я не ошибаюсь, что-то похожее я видела у нее в фильме «Забавная мордашка». Абсолютно верно, да-да-да, это так. То есть, ну, у нее еще там были немного, ну, красные акценты такие, но, в принципе, то есть любая девушка может надеть на себя такой комплект. Я могу прямо сейчас его примерить, да. И тебе будет хорошо. Да, и сколько лет уже прошло, опять-таки, а это все так же актуально. Но это классика. Все равно Одри Хепберн — это больше классика. Но сейчас мы перейдем... Золотой век Голливуда. Да, но сейчас мы перейдем к Мэрилин Монро, которая является актрисой и по жизни. То есть это игра... Сегодня с нами. Да, блондинки. Местная, да. Мэрилин, да. Монро. То есть ее игра актерская, в принципе, никогда не покидала ее, да. И, естественно, она давала предпочтение Какая таким красота. Полупрозрачным нарядам, да, которые блестели. Она как бы говорила же, что не хочет скрывать свое тело, но в то же время это не значит, что наряд должен быть излишне откровенным. Да. То есть это такая легкость, вызывающая открытость, но при этом, которая не перегибает палку. То есть она смотрелась именно роскошно на ней. Но, конечно, если все-таки не хочется так рисковать с такими полупрозрачными нарядами, да, то можно, в принципе, выбрать тогда и... с вырезами еще, я бы сказала, да, опасными. И с вырезами, да. То, в принципе, можно отдать предпочтение такому платью легкому и воздушному. То есть она же вообще как бы символизируется с чем-то таким воздушным, вот легким, женственным, безумно женственным. И, в принципе, это платье и является отражением женственности. Мне кажется, вот эти... вот, рюши. Я не знаю, как это... Рюши. Только не говори, что они будут увеличивать. Я не буду говорить эту фразу. Я хочу сказать, что они создают вот как раз вот эту женственность. А, и... слава богу. Да, да, на самом деле. Просто многие думают, что из-за воланов будет образ какой-то более перегруженный. На самом деле это не так. Ну, сама предугадала мой вопрос. Да, да, на самом деле это вовсе не так. Еще и такой цвет. Конечно, очень нежно, даже и женственно. Да. Ну и, конечно же, эти вырезы около ворота, да, это супер актуально тоже и сейчас, ну и, конечно же... Ну, опять же, вот ты сейчас скажешь, слава богу, но такие рукава... могут тоже не всем подходить. Да, на самом деле, да. При их отсутствии таких рукав. Ну, поэтому тогда отдаем предпочтение, в принципе, такому же силуэту, платье с такими же воланами, но, к примеру, уже с длинными рукавами. Они могут быть также и полупрозрачными, ну, в цвет платья. Ну, то есть будет хорошо смотреться и не будет открыто или как-то вот нарочито вычурно. Ну и сейчас уже к нашим современницам перейдем. Да, перейдем, да. Ближе. Ну, это же, естественно, Кэрри Брэдшоу. Да, вот то есть еще это... одна наша современница, которая закладывает. Я уже в другом наряде. Быстро перевоплощаешься. Прекрасная Тамара сегодня щеголяет. Да. Да. Ну, в общем, сейчас уже мы остановились сейчас на Саре Джессики Паркер, да, то есть это, естественно, культовый сериал тоже, который пестрит модными дизайнерами, да. И, естественно, нельзя смотреть этот сериал и вот не думать, господи, какие прекрасные наряды на всех этих девушках, но и, конечно же, Сара Джессика Паркер, сама того не желая, как да, она говорила, стала, да, стала иконой стиля, да, и на самом деле ее наряды были излишне даже вычурными в некоторые моменты. Странные очень сочетания, мне кажется. Да, весьма странные, да, то есть очень сложно их адаптировать в своей повседневности. Но, в принципе, возможно, я выбрала два ее образа, то есть когда ты вводишь Кэрри Брэдшоу, допустим, в поисковике, да, выскакивают два ее образа, которые самые актуальные и до сих пор они актуальны. Так, это ее юбка-пачка, если вы помните, сколько раз она в ней, в принципе, блистала, да, то есть такая футболочка, то есть она была представлена у нее с такой наречитой надписью прям вот, то есть фирмой, лейблом, но я думала, что лучше дать предпочтение такой футболочке с декором, да, ну и поверх надеть такой кардиган. Я пока это слабо себе представляю. Нет, в принципе... Это надо померить. Да. Да, конечно. Мне кажется, надо быть такой вот тоже очень стройной, как и нет, я так и знала, что ты снова скажешь о стройности. На самом деле нет. Эта юбка, в принципе, скроет все. А кардиган, если мы выбираем удлиненный кардиган, как в нашем случае, он, наоборот, будет вытягивать зрительно силуэт. И то есть будет видно как-то же не все тело, а только вот часть тела, да, фрагмент. А сзади как этот кардиган ляжет на роскошный... А он летящий сзади. Ясно. Надо просто очень быстро идти при этом, чтобы он развивался. Нет, на самом деле, правда, этот наряд ничего не будет подчеркивать. То есть уже и дамы более крупных размеров уже показывали, как это можно прекрасно носить, и будет это выглядеть прекрасно. Так, ну и следующий образ уже можно продемонстрировать на тебе. Ты заметила, что ты очень часто их демонстрируешь? На тебе, да. Мне, да. Да. Так, ну, в общем... Она предстала тоже в таком образе, в смокинге. То есть раньше, конечно, это было прям супер вызов, но и, в принципе, когда она облачилась тоже Кэрри Брэдшоу в этот наряд, это тоже был как очень таковой элегантный вызов, да? То есть на ней мужской, ну, смокинг такой. Вот, можешь прикинуть так пиджак. Прикидывай.
Да, то есть и даже эта бабочка такая нарочитая, это эти подтяжки. Да. Эти и то есть если у Кэрри Брэдшоу акцентом была такая диадема, то здесь у Альбины, например, акцент — это туфли такого красного цвета, да, лодочки, ну и помада, естественно. А, Арнелл, а можно, например, вот такой комплект адаптировать к жизни? Например, если похулиганить, снять лодочки и надеть кеды? В принципе, можно, но... И убрать бабочку, соответственно. Я думала, что в принципе возможно, но я бы, например, сделала тогда... Я переодела бы рубашку на футболку белую. Mm-hmm. То есть можно даже, в принципе, и с принтом, потому что принты снова безумно актуальны. Мне кажется, мы можем просто снять каблуки и надеть обувь какую-нибудь лоферы. Да, что-то такое более ближе к мужскому. Да, 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 да. Да, определенно. Да, я согласна. А... Альбин, тебе Арнелла никого не напоминает случайно? Арнелла? Вот я сейчас стояла, ты прочитала мои мысли, Тамара. Я стою, смотрю на Арнеллу, и мне кажется, что она мне напоминает жгучую итальянку Арнеллу Мутти. Даже не просто даже имена подходят. Да, да, да. Полностью. Правда, очень похожа. А ты, кстати, похожа на Одри Хепберн. Да. Если вот, честно, да. Она меня вдохновляла тоже, Альбина. Я сразу вспомнила об Альбине, когда я думала об Одри. Вы знаете, я вообще заметила, что очень много встречается таких людей, которые между собой очень похожи. Да. И я даже предлагаю посмотреть интересный сюжет как раз на эту тему. Давайте смотреть. Однажды столкнулись во Владикавказе Ричард Гир и Джулия Робертс. Вернее, девушка и парень, которым часто говорят, что они похожи на известных актеров из фильма «Красотка». Что скажете? Похоже? Для уверенности проведем фотоидентификацию наших двойников и звезд. Карина Сланова – молодая оперная певица. Ей не раз приходилось слышать от окружающих, что она похожа на известную красотку. Сама Карина искренне восхищается актрисой со смелым характером. Больше бывает таких моментов, когда на протяжении общения со мной пару раз встретились, три раза встретились, четвертый раз, потом все-таки я понял, на кого ты похожа или... Вот так говорят, и бывает приятно. Если возьмем красотку, то это смело, это, да, на самом деле смелость нужна, чтобы сняться в таких ролях. Мои отношение к ней положительное. Молодец вообще, актер, это здорово. А вот наш новоиспеченный Ричард Гир сам кому угодно фотосессию устроит. Шота Гаглоев не первый год работает в газете фотографом. Сам герой больше сходства с актером видит в чертах характера, а не во внешности. Нравится его образ сам по себе. Открытого, такого доброго, благородного мужчины. Мне очень близок по духу, потому что, конечно, нельзя сложить об этом актере мнение именно по тем фильмам, в которых он снимался. Ну, то, что я вижу, мне кажется, мы с ним довольно-таки похожи, может быть, по его каким-то жизненным правилам. Если почитать его интервью, опять же, это, конечно, тоже не даст понятия о том, какой он человек в жизни, но я все-таки уверен, что мы с ним очень похожи вот в чем-то, в каких-то жизненных правилах. Образы, которые мы предложили прожить героям с помощью фотосессии, стали открытием и для фотографа нашего эксперимента. Артур Линк признается, что Карина и Шота очень харизматичны и удивительным образом похожи на Джулию Робертс и Ричарда Гира. Ребята очень сильно похожи на актеров. В принципе, я никогда не встречал людей, которые настолько могут быть похожи на каких-то знаменитостей. И я считаю, что это как-то круто для них, наверное, как-то их это выделяет из толпы, из массы. Поработать со знаменитостями, это, конечно, было бы очень клево, интересно. Но все-таки, чтобы получить классный кадр, можно найти частичку чего-то интересного в любом человеке. Не секрет, что двойники актеров могут даже зарабатывать на своей схожести. Природа – удивительная вещь. Люди из разных уголков мира могут быть похожи, как две капли воды, а быть двойником звезды приятно вдвойне. Главное при этом – оставаться собой. Элиза Мильзахова, Вахета Гапоев, Казбек Епхиев, Осетия Иристон. Что мы можем снимать уже ремейк фильма «Красотка» Джулия? Вполне возможно. Ричард Гир, из «Медикапаза» у нас уже есть. Тома, точно. А помнишь, герой фильма «Человек с бульвара Капуцинов» говорит, живут же люди, влюбляются, ходят в театры, в библиотеки. Мне кажется, сегодня можем мы добавить еще один объект к этому всему. Это кинотеатр. Интересно, да. Но только проблема, мне кажется, в том, что раньше сеансы длились 10-15 минут. И вот за это время для тех, кто хотел построить свою личную жизнь, это было сделать очень сложно. Но сейчас, конечно, это вполне реально, потому что сейчас сеансы длятся 2,5 часа.
И все возможно. Да, согласна. Вообще, сколько историй хранят в своих стенах кинотеатры, да, в которых прошла молодость, в принципе, и наших родителей. Я предлагаю это узнать сейчас из нашего сюжета. Дом, в котором живет кино, место, полностью оправдывающее свое название. Его история начинается еще в дореволюционное время. Здание было построено как училище для детей из бедных семей, а вот смотрят и создают здесь кино с 1945 года. Дом кино был открыт в апреле месяце 1979 году. В этом здании, вот где мы сейчас, вы находитесь, вот где сейчас дом кинематографистов Северного Кавказа. Вот. До этого, так сказать, находилась Северокавказская студия документальных фильмов. Решением Союза кинематографистов СССР и Министерством культуры, обкомом партии Северной Осетии, вот. Решение было такое, чтобы здесь обосновать была Северокавказское отделение Союза кинематографистов. Сегодня здесь проходят фестивали, творческие вечера, конкурсы и премьеры фильмов северокавказских режиссеров. Для школьников и студентов устраивают показы классиков мирового кинематографа. Гостями Дома кино в разное время становились писательница Виктория Токарева и немецкий режиссер Моника Маулер. Раньше в этот зал ломились люди, потому что привозили фильмы, но это лет 30-35 тому назад. Вот. Здесь показывали фильмы зарубежные. Американский, французский и так далее, там подумать. Здесь, так сказать, была очередь, чтобы попасть в этот зал. Синематограф братьев Патэ, государственный кинотеатр номер 2, Горец. Мы же знаем, что кинотеатр на главной улице города называется Комсомолец. Он старейший в России. Его открыли еще в 1907 году. Каждый советский киноман стремится попасть сюда на очередную премьеру. Здесь зрители проливали слезы, радовались и смеялись, сопереживая любимым героям. Очень жаль, что вот у нас в таком плачевном состоянии находится кинотеатр нынешний. В центре города он находится. Его можно было вполне использовать под какой-то или зал, или еще какой-то. Огромное же хорошее помещение стоит и разрушается на глазах у всех. Это очень печально. Ну, надо как-то найти пути выхода из этой ситуации. Здание «Комсомольца» уже более 10 лет не используется для проката кино. Сейчас в главном зале обрушена крыша, аппаратура и помещения непригодны для показа фильмов. Дальнейшая судьба кинотеатра пока неизвестна, но это не просто здание, это живая история. Поэтому киноманы все еще надеются, что еще придут сюда на очередную премьеру. Галуза Ксения, Диана Кабалоти, Хэта Колбегов, телекомпания «Осетия». К сожалению, всеми любимый комсомолец переживает не лучшее время, но есть люди, которые пытаются продлить жизнь нашим кинотеатрам. Да, и уже несколько лет в нашем городе проходит замечательная акция «Ночь кино», и как раз комсомолец пару раз остановился местом притяжения ночных киноманов. И у нас в гостях организатор этого мероприятия, журналист Оксана Илоева. Оксана, привет. Добрый день. Проходи. Оксан, расскажи нам, пожалуйста, как возникла идея создать вот такой интересный и необычный проект? Ну, идея принадлежит моим друзьям, моим однокурсникам по журфаку. Это Сугаров Георгий и Белла Накусова. Это была их идея. Так получилось, что я начала их проводить вместе с ребятами, с их помощью. И первым местом был кинотеатр «Комсомолец», потому что он находится в таком плачевном состоянии, и мы хотели привлечь внимание к этому состоянию, к кинотеатру самому, и провели две ночи кино, показали фильмы Вуди Аллена и Кусторицы. Да, Оксана, ты знаешь, вот я заметила, что пока мы с вами беседуем, нас сопровождала такая интересная музыка. Да, она неспроста, она случайно. Я думаю, сейчас Оксана нам раскроет секрет. Да, на самом деле я редко кому говорю, что «Гордость и предубеждение» 2005 года мой любимый фильм, потому что он очень такой девчачий. Да. Вот, и я стараюсь это скрывать. Почему мы все его любим? Кто не читал и кто не смотрел эти замечательные? Да, кто не мечтал о мистере Дарси.
Да, Арсений. Я расскажу Оксана моя однокурсница. Я вместе с ней когда-то пару раз даже участвовала. По энергетике между вами это заметила сразу, конечно. Да, Альбина мне помогала и помогает с «Ночью кино». И могу сказать, что именно на «Ночью кино» я познакомилась с огромным количеством режиссеров, фильмов, как раз, я бы сказала, таких элитарных, да, каких-то в чем-то артхаусных, если их можно так назвать, с теми, с которыми, возможно, я бы просто так вот не включила и не посмотрела. Никогда не пересеклась бы. И вот поэтому я хочу задать Оксане вопрос, по какому принципу ты выбираешь фильмы, которые показываешь ночью в «Ночь кино»? Ну, на самом деле, я не такой большой знаток кино, но стараюсь что-то смотреть, каких-то режиссеров малоизвестных широкой публике или, может быть, не так раскрытых широкой публике. И хочется, чтобы люди приходили, тоже смотрели, тоже знакомились, открывали для себя другое кино. Не то, что мы смотрим сейчас в кинотеатрах, не то, что показывают сейчас по телевизору. Например, ранние работы Стэнли Кубрика мы показывали, которые... Я не видела по телевизору, например, хотя я его почти не смотрю. Или... На работу. Да, Хичкок, например, мы показывали Хичкока «Головокружение». Я просто в восторге от этого фильма. «Психова», если я не ошибаюсь, я первый раз как раз там посмотрела. Да, да. Оксана, расскажи, пожалуйста, про атмосферу, которая у вас царит. К нам приходят очень интересные люди, которые знают о кино гораздо больше, чем я. И очень приятно, что разная возрастная аудитория, от молодежи до старшего поколения, приходит, смотрит. И приятно, что людям нравится, например, на «Последней ночи кино», которая сейчас мы от «Комсомольца» ушли в «Дом кино», и там проводим наши вечера, очень редко, но метко. И мне подходят люди и говорят, вот мы бы хотели посмотреть «Касабланку», например. И очень приятно, потому что я сама очень люблю ретро-фильмы. Мои друзья называют их «нафталиновое кино». Я стараюсь не увлекаться и не проводить так часто «Ночи кино» именно с такими с ретро-фильмами. А с чем связана такая любовь к ретро? Не знаю, может быть, у меня какая-нибудь душа. Да, оттуда. Я очень люблю джаз. И мне очень нравится период золотого Голливуда. Это такая атмосфера, мне кажется, особенная, волшебная. Я согласна с Оксаной. Она как-то так вот притягивает. Такое чувство, что все эти люди, они какие-то особенные, все лица, они невероятно красивые. Вот, может, таких, даже как слегка наивные, а, но светлые. Быть, да, они какие-то добрые. Да. Вот, там есть то, чего... Чего не хватает в жизни. Очень не хватает, мне кажется. Да, кино — это волшебное. Оксана, ну давай расскажем просто, какие уже были, и планируешь ли ты еще в ближайшее время проводить? Я даже уже не вспомню. Больше 7 раз мы точно уже встречались. Угу. Наша первая «Ночь кино» прошла в 2012 году. Уже очень много лет прошло. Да, 6 лет уже прошло. И сейчас, честно признаться, я еще не определилась с выбором, потому что самое главное, что наша «Ночь кино» — это не просто встречи, где люди могут посмотреть 3 фильма, но у нас еще работает буфет. Фуршетик. Да, фуршетик. Все предусмотрено. Да, и первые разы мы делали все сами, Альбина мне помогала, мы нарезали батоны. Нет, ну если Альбина помогала, то наверняка не только Альбина, очень много людей. Успешно. Да, очень много людей, которые остаются за кадром, те, которые делают и постеры, я им всем благодарна, все мои друзья. Да, большая работа, вот. И совершенно безвозмездно. Да, и плюс, сейчас, секундочку, я хочу самое главное сказать, что половину средств мы отдаем на благотворительность, поэтому у нас приятное с полезным, а другая половина отдаются кинотеатру, так как свет, люди, которые помогают, это все не бесплатно. И спасибо и «Дому кино» за эту возможность, и людям, которые помогают. Я очень благодарна всем. Я думаю, что сейчас 90% наших телезрителей заинтересовалось. Да, да. Мне кажется, это очень. И мы очень надеемся, что в ближайшее время ты обязательно еще такое проведешь. Да, я предлагаю сейчас прерваться, посмотреть небольшой сюжет, а потом продолжить нашу беседу. С удовольствием. Давайте. В месяц где-то 3 раза. Каждый месяц в 1 раз. Ой, очень редко. Ну, не любительница, может, именно кинотеатра, и не любительница кино, может, из-за этого причина, может, это. Ну, стараюсь почаще ходить, фильмы, которые мне нравятся, стараюсь на них прийти на фильм. Если не получается, то в интернете смотрю. Раз, может, в месяц, 2 месяца.
Ну, в месяц раза 4-5, не больше. Ну, в месяц раза 2. В месяц выбираюсь 2 раза, с подругами хожу, смотрю. Последний раз смотрел с Нагиевым, а как назывался этот фильм? «Непрощенный», да. Очень понравился, да, хороший фильм. 2 раза в месяц, так, примерно. Часто вообще. Раз в неделю ходим. Хожу, но не часто. Раз в 3 месяца, наверное. Вы первый билет? Ну, вот Том очень заинтересовали твои буклетики и билетики. Расскажи нам, что это. Это билеты в кино. Я раньше собирала их, эту кучку билетов. Самый первый билет 2004 года. Это фильм «Я робот». Я пошла смотреть одна. Это нам говорит человек, который 5 минут назад говорит: я не киноман, я не разбираюсь. Ну, то, что показывают в кинотеатрах, не всегда стоит упоминания. Это очень интересно. Ты часто ходишь сама в кино, да? Ну, видно по пальцам, мне кажется. Я могу пойти одна в кино. Когда я жила за рубежом, я ходила, вот здесь билеты в Финляндии, я ходила в кино, и довольно часто я ходила одна. И преимущество, что фильмы у них не дублируют, как у нас, на языке оригинала, что очень замечательно, и что я продолжаю делать и смотреть. Мне кажется, когда человек смотрит фильм в одиночестве, он намного активнее впитывает в себя информацию. Да. Правда? Ну, не всегда, конечно, здорово. Вот у нас как-то в кинотеатре показывали фильм, который я очень люблю, «Выживут только любовники». И это режиссер Джим Джармуш. Народу было мало, и со мной тогда, я не помню, никто не пошел, и я смотрела одна с удовольствием большим. Как это интересно. Альбин, вот ты какой фильм посмотрела сейчас? Честно говоря, дорогая, мне наплевать, что это значит. Тома, ну это я тебе намекала о том, что... Это же культовая фраза из «Унесенных ветром». Я тебе намекала о том, что я хочу посмотреть на Вивиан Ли и Кларка Гейбла. Да, ну рукописи не горят, как и шедевры мирового кино. Да. И мы в который раз предпочитаем старую добрую классику. Каждую пятницу двери научной библиотеки распахиваются для любителей культового кино 20 века. Да, там проходит встреча кинолюбителей синематика. И у нас в гостях один из организаторов этого замечательного проекта Анна Кависа. Анна, проходите, пожалуйста. Мы очень рады, что вы у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, о своем проекте. Тоже очень интересный, на мой взгляд, достаточно уникальный. В чем-то, да, похожий, тоже цель общая. Киноклуб «Синематека Владикавказ» уже работает 2 месяца. В камерном зале, он достаточно небольшой, но очень уютный, мы показываем хорошее кино. Последний раз мы смотрели фильм «Любовное настроение» Вон Кар-Вая. До этого «Братьев Коэн» внутри Льюина Дэвиса. Ну, все перечислять не буду, но замечательные картины. И люди ходят. Анна, вот вы сказали «хорошее кино». Что, на ваш взгляд, да, значит «хорошее кино»? Хорошее кино, которое оставляет после просмотра чувство, ощущение прожитой жизни другой. Потому что, мне кажется, это возможность одному человеку исполнить мечту и пожить жизнью других людей в других странах, в внутреннем мире. Скажите, а вот, например, я для себя определяю, хороший фильм или нет, просто по внутреннему ощущению. Вот верю, не верю, как Станиславский. Если я не верю актерам, у меня идет отторжение, и я не могу смотреть этот фильм уже. Мне неинтересно. Ну, вот, по-моему, наверное, справедливое замечание. И вот для того, чтобы поверить или не поверить, мне кажется, нужно погружение. А для погружения нужен настоящий кинозал. То есть iPad, iPhone или даже просто телевизор дома такого ощущения магии не дает. Вот я предлагаю сейчас нашим режиссерам вывести видео на экран. Да, посмотреть, какая атмосфера царит на встрече кинолюбителей. Я хотела бы еще, знаете, что вам рассказать? Анна, мы, когда готовились к эфиру, мы хотели найти у нас кинокритика, да, в республике. И это достаточно сложно оказалось. Но есть люди, которые нам посоветовали вас. Вот скажите, как вам кажется, могли бы вы стать кинокритиком? Пишите, может, вы рецензии. Может быть, вы пишете рецензии просто на Кинопоиске. Ну, вот есть такое или нет? Ну, спасибо, конечно, за отзыв. Я совсем не кинокритик. У нас есть профессиональный кинокритик. Она работает в Доме кино. Индира Чинджемова, да. А я, ну да, иногда я пишу рецензии, когда меня переполняют эмоции, я хочу поделиться с другими людьми своими ощущениями, и пишу, и портал «Спутника сети» с удовольствием их публикует. Ага, вот как раз мы видим фотографию, да, ваших
Я так думаю, постоянных посетителей. Да, это был Марат Мамиев, один из организаторов киноклуба. А это гости из Дании, из Копенгагена. Режиссер, закончила киношколу, она снимает здесь фильм и пришла к нам в киноклуб. Какие отзывы людей, которые к вам часто приходят, вы знаете о них? Да, мы после просмотра фильма часто обсуждаем просмотренное кино, делимся впечатлениями. И вот были на фотографии девочки, которые все 2 месяца стабильно ходят. Им очень важно поговорить, то есть они хотят поделиться своими впечатлениями, услышать мнение других, энергетический обсудить. Обмен, да, такой энергетический обмен, да. И они говорят, что очень уютная атмосфера, приятно общаться, знакомиться с другими людьми. То есть такой маленький центр притяжения. Угу. Я знаю, что Тамара подготовила для вас сюрпризы. Так как у нас здесь сегодня такая своеобразная церемония проходит. Нетрадиционная, да. Мы хотели бы вам вот вручить награды от нашего телеканала. Да, вот у нас есть вот такие вот номинации. Вас мы награждаем торжественно. Да. Вы становитесь Спасибо. Победителем в номинации «Большая диагональ». И вот мы вам дарим вот такой вот значок в память о том, что вы были у нас в гостях. Спасибо. Большая диагональ, что это значит? Большая диагональ, это значит, что ваше кино, оно достойно быть просмотренным в самом широком, со всеми зрителями. Да, на больших экранах нашей страны. Не ваше кино. Не ваше кино. Наша подборка. Да, ваша подборка. Спасибо. И Оксана у нас на... Какая номинация? Да, а Оксана у нас награждается, становится победителем в номинации «Лучший оператор. Объективный взгляд». Ух ты ж. Мне кажется, Тама перепутала сейчас. Нет, да. Оксана Подождите. Победила в номинации «Ликвидация сна». «Ликвидация сна». Да. Ну, Оксана, это на будущее тебе. Ну да, это может быть, когда ты станешь лучшим оператором. Да, ты его знаешь. Это все пророческое, все. Спасибо согласна. Вам большое за ваше дело. Спасибо, Оксана, спасибо, Анна. Мы были очень спасибо. Рады, что вы пришли к нам в гости. Будем ждать вас спасибо, еще. Что а у нас позвали. Сейчас реклама. Прекрасно. Спасибо. Альбина, ты знаешь, какие критерии при выборе фильма являются основными? Ну, не знаю, наверное, ну, настроение как... или преданность любимому актеру, режиссеру. Ну да. Ну, или можно восполнить какие-то пробелы в знаниях, либо просто идти в ногу со временем. Да, а еще общественное мнение. Что смотреть вечером, комедию или драму, спросим у жителей нашего города. «Интерстеллар» тоже нравится, «Пассажиры». Ну, в общем, мне все жанры нравятся. «12 лет рабства». Ну, их вообще очень много. Больше, ну, склоняюсь к фантастике. Там, ну, «12 лет рабства» — это классика, а вообще их очень много. Фантастика, Marvel, там, я не знаю. «Веном» недавно вышел фильм. Про спорт люблю очень фильм «Вверх». «Варкрафт». Тупак. Красотка. Хатико. Нет, по-моему, так особо любимых нет. Ну, я люблю больше фильмы с Marvel, которые... Там «Мстители» всякие. «Волк из Уолл-стрит». «Два ствола», Марк Уолберг, Дензел Вашингтон, «Бойцовский клуб», Брэд Питт, Эдвард Нортон. Ну, не знаю, «Титаник», «Латика» нравится, «Терминатор». Первый 2004 года и второй 91-го. «Веном», «Живая сталь». «Время», наверное. «Форсаж». «Хатико» люблю фильм, он очень такой впечатляющий. Потом очень старый фильм «Кудряшка Сью» тоже очень нравится. «Белое солнце пустыни», может быть. «Назад в будущее» все части. Я очень люблю фильм «Кэрол». Он написан по роману Патриции Хайсмит «Цена соли». Я очень люблю фильмы Вуди Аллена, их атмосфера, она очень завораживает, очень красивая картинка. Еще я очень люблю ужастики. «Кин-дза-дза», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Мимино». «1+1». «Легенда», «Самый пьяный вокруг в мире», это с Том Харди, который... Очень хороший фильм, которую я смотрела, это, наверное, «Невероятная история» Бенджамина Баттона. Такой поучительный фильм. И хороший фильм «Зеленая миля».
который нужно всем посмотреть, и «Побег из Шоушенка». Это прям вау. Наверное, «Тупак». Если брать жанр страшилку, то «Правда или действие». Если брать фантастику, то «Веном». Если, ну, вот классика, что-нибудь такое, то «12 лет рабства». Сейчас, наверное, «Веном», если он еще идет. Хотя я его не смотрела, но говорят, что хороший фильм. «Выйди два ствола» фильм. Это такой комедийный боевик, он очень хороший. И прям там он такой милый фильм, мне очень понравился. «Босс молокосос», очень милый мультик, прям вот за душу берет, такой интересный, интригующий. Потом «Смолфут» сейчас вышел, хороший мультик, мы ходили, смотрели с подругой, очень хороший. «Веном» вот последний мне понравился очень сильно. До этого мы ходили на «Непрощенный», очень понравился фильм. Правда, очень тяжелый был фильм. «Один плюс один» посмотреть. Наверное, это «Восемь подруг Оушена», он после тяжелого дня его посмотреть. Прям разгрузка эмоциональная, очень весело, комично, интересно. «Оверлорд» вот недавно вышел. Я совсем недавно с детьми впервые в жизни посмотрела трилогию «Хоббит» и «Властелин колец». Да, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Тома, о чем ты задумалась? Ты знаешь, я думаю о том, что люди, от которых часто зависит успех киноленты, остаются за кадром. Вот, например, мало кому известный Ян де Бонт, оператор без высоких наград и премий, снимал такие фильмы, как «Крепкий орешек», «Основной инстинкт», обе части Лары Крофт. Да, Тома, я согласна с тобой, это несправедливо, но мы можем все это исправить. Каким образом? У нас в гостях Ян де Бонт. Почти. Почти Ян де Бонт, наверное. Как выглядит мир через объектив, расскажет нам оператор Александр Алексеев. Здравствуйте. Здравствуйте, дня, Александр. Дамы. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, очень приятно вас видеть. Взаимно, нам и тоже. Нам очень приятно. Александр, ну, да. Вы у нас оператор, еще и просто кинолюбитель. Если мы не ошибаемся. А мы не ошибаемся. Да, вы не ошибаетесь. Я услышал это. Да, вы не ошибаетесь. Да, я действительно, ну, относительно кинолюбитель, потому что мне достаточно... узкий круг фильмов, которые я смотрю. Ну вот этот фильм, я думаю, да, знаете, музыку, вернее, да. Это даже не фильм, это целая сага, уже растянутая на 40 лет, 41 год. Да. Да, «Звездные войны» — это был имперский марш. Расскажите нам, в первую очередь, почему вот у вас такая любовь к этой саге? Что вас так в ней привлекает? Потому что фактически это мой отец меня, можно сказать, посадил на эту сагу. Это было, ну, дай бог памяти мне, 9 лет. И это фактически первый фантастический фильм, который я посмотрел, а так как я с детства любил все эти, ну, фэнтезийные темы, типа «Властелина колец» и прочего, меч, магия, здесь стальные мечи были заменены световыми, магия была заменена силой, поэтому вот как-то так. Александр, вот любовь к этой саге, она как-то влияет на вашу реальную жизнь? О, да, влияет. Мы подумали. О, да, влияет. Это надо видеть мою правую руку, по ней можно прочитать всю сагу. Эх, жаль, на дворе осень. Ну, осень, почти зима. Зима близко. Да. И давайте расскажем зрителям, у вас вся рука... Там просто полностью забит рукав татуировками с героями «Звездных войн». Ну, вот такая любовь, да? Такой фанат настоящий. Да, такая преданность. Ну, давайте теперь расскажем о вашей работе. Вы стали, ну, я не знаю, оператором и, возможно, даже в чем-то режиссером уже сам нескольких фильмов. Ну, режиссером я не скажу, нет. Режиссура это совсем не мое. А да, мы с моим другом, с Артуром Амаровым, к сожалению, он сегодня не может присутствовать с нами. Да, мы сняли с ним несколько фильмов, включая, что один совсем короткометражный, буквально минутный, который, кстати, на многих фестивалях вот таких вот серьезных по минутным фильмам занял довольно-таки хорошие позиции. И вот сейчас, наверное, в следующем году планируем выпустить уже конкретно, ну, наверное, в интернет нашу последнюю с ним короткометражку, которая тоже проехала по миру, побывала на многих фестивалях, она даже занимала в Калифорнии лучший фильм года, лучшая режиссура, номинация на лучшую операторскую работу. Ну, ложная скромность порождает некомпетентность, поэтому я не буду скромничать. Не выиграли, но номинация была. Это уже хорошо, это первые такие шаги к победе. А это фэнтези, если я не ошибаюсь. Это не фэнтези, это постапокалиптическая фантастика конкретно. Да. Надо формулировать, точнее формулировать. Это именно научная постапокалиптическая фантастика. Объясните, пожалуйста, простым обывателям, чем отличается фэнтези от постапокалиптической фантастики. Фэнтези чем отличается?
фэнтези обязательно присутствует элемент магии, что для научных кругов будет, соответственно, антинаучно. В нашем же фильме там очень хорошо подтянута именно научная база, конкретно потому что Земля погибла от атомных бомбардировок, она превратилась в выжженную пустыню, и вот на фоне всего этого происходит действие фильма. А где проходили съемки? Съемки проходили на уже недействующем клинкере завода «Электроцинк». Это называлось «Три дня ада», потому что это было в июне. Сверху 40 градусов, ни малейшей тени, снизу 40 градусов, потому что камни, которые там были, раскалены. И нам было полегче съемочной группе, да, вот я бэкстейдж вижу. Мы могли хотя бы там где-то майку закатать или еще там рукава, еще что-то сделать. А ребята, которые были актеры, которые были, собственно говоря, в полной военной экипировке, им было очень тяжело. И мы пили кипяченую минералку, потому что привозили холодную минералку ребята к нам через полчаса. Ее вот оно, настоящее творчество. Да, вот она жизнь на киноплощадке. Да, потому что начиналась съемка в 4 утра. Первый кадр был сделан в 4 утра, а последний был сделан... 4 утра. Ну, не в 4 утра, но он был сделан где-то примерно без 5-7 вечера уже. Поэтому, то есть 14 часов вот на такой жаре, и, соответственно, все были... Но это того стоило. Да, этого стоило. Конечно. Потому что этот фильм посмотрел Кип Торн, который автор, собственно говоря, концепции «Интерстеллар». И мы были горды этим. Да, это уже достижение, мне кажется. Это такое маленькое. В кино ходите? Хожу. А вот было такое, что рядом сидящий сосед достает? Да, было. Это было в прошлом году. Я ходил, иногда бывает, я хожу один в кино. Я ходил на фильм «Дюнкерк». Я сидел один на последнем ряду, просто в центре зала, мне было очень хорошо видно, но сидел такой немолодой пожилой мужчина, который постоянно комментировал действия летчиков, комментировал действия военных. Вот эмоциональный такой человек. Человек, который полностью отвлекся от того, что это кино, и уже все как бы запланировано. Да нет, не стреляй туда, но даже туда, вон они живут, там тебя же сейчас убьют. Я предлагаю как раз вам сейчас прерваться, посмотреть сюжет о том, как следует себя вести в кинотеатре. Как раз для таких людей. Вынимаем. Первое, что важно учесть при походе в кинотеатр, это точное время сеанса, иначе вы рискуете всех отвлекать. Также запрещенным считается распитие спиртных напитков, однако некоторые любители градуса все же норовят совместить приятное с полезным. Помните, не стоит рассматривать кинозал в качестве столовой и отвлекать присутствующих обилием блюд и шуршанием пакетов. Не забывайте, какие бы бурные эмоции ни вызвал фильм на экране, удержите себя от громких обсуждений. Блеснуть навыками кинокритика вы вполне сможете после окончания сеанса. Еще одно важное правило – беззвучный режим на телефоне. Не забывайте его активировать. И помните, телефонные разговоры также недопустимы. Ни в коем случае не забывайте, что вы не у себя дома на диване. Не снимайте обувь и тем более не вздумайте класть свои ноги на соседние кресла. После того, как сеанс окончен и вы, наполненные впечатлениями, встали с кресел, не забывайте взять с собой весь мусор. Не оставляйте его за собой. Ценители фильма уверены, кино – это магия. Чтобы вас и зрителей в зале ничего не отвлекало от волшебного отдыха, учитывайте эти правила. Элиза Мильзахова, Игорь Войцеховский, Казбек Епхив, Осетия, Эстон. Ну что, у нас здесь идет бурная дискуссия о том, какой последний фильм посмотрели, а за время сюжета к нам присоединилась поклонница замечательного французского актера Луи Гореля Анна Гудиева. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Анна, расскажите, пожалуйста, откуда такая любовь к французскому кино, ну и актерам в частности? Это вообще такая давняя история. Я не знаю даже, с какого конкретно фильма началась моя любовь к французскому кино. Наверное, это был фильм «Амели». Каждый смотрел фильм «Амели». Это какой-то чудесный фильм про маленькую, в то же время не маленькую девочку, в жизни которой происходили какие-то невероятные чудеса. Кажется, что так не бывает. Но это такой мир фантазий, в который хочется постоянно погружаться. И мне кажется, только мир французского кино может в полной мере раскрыть вот эти все краски, красивые кадры, раскадровки, вот
цветотени. У них как-то вот именно кадр красочен, красив и особенно. Вообще, мне французское кино, оно очень специфично, правда? Ну, оно такое, мне кажется, всегда доброе, вот какое-то позитивное, прекрасное, не знаю, я вот... Романтичное, это какое-то волшебство, мне кажется. Мне кажется, даже по кадрам без звука можно уже определить, французский или это фильм, или американский. Ну, не знаю, можно, конечно, но если взять, например, она вроде бы комедия «Васаби», но там не такая вот, как, например, как «Амели». А, кстати, насчет французского кино, да, очень хорошо показывает французское кино фильм «Доберман». Это боевик такой про мафиози. Я всегда говорю, что французские отморозки сняли фильм про французских отморозков. То есть у них или «Амели», или вот эта вот инфантильная маленькая девочка такая, прям вот она вот совсем инфантильная. Да. Либо вот отморозки, ну совсем отморозки. Две грани. То есть они любят крайности, да. Да, у них нету какого-то такого где-то что-то спокойного. У них либо они все инфантильные, мягкие, ванильные, нежные, либо прям вот, либо вот прям отморозки. Друзья, я хочу уже говорить о темпераменте. И все-таки мне интересно узнать вот что. Я на днях тут накануне покопалась в инстаграме Анны и узнала, что она... У нас не Анна Гудиева, а Анна Горель. Вот мне интересно, я знаю, что это провокационно. На этом заканчивается ее любовь к этому актеру. Какая-то интересная история у нее связана. Это моя, наверное, не знаю, как это даже правильно сказать. Наверное, настолько этот образ завязан и как-то ассоциируется уже со мной. Однажды я преподнесла себя как Анна Горель, просто как в шутку, типа, жена. И мне это очень подошло. Нет, и все как-то начали, ну, зацепился этот образ. Он мне именно нравится как киношный образ, то есть, как бы, наверное, в жизни, на жизнь бы это я не перенимала. Но именно как такой вот романтичный, грустный, с печальными глазами парень на экране, да, был красивый, очень мне понравился. После этого я начала как-то подробно изучать все картины, я не могу сказать, что там какой-то, ну, фантастический сюжетный ряд или что-то там вот невероятное. Просто образ, французская среда, французское окружение, вот, в принципе, Париж, и через его образы как-то красиво передавался. И, в общем... Мечты у человека. Вот раз, так, я же говорю, ложная скромность, порождает некомпетент. Сразу раз, и Анна Горель. Александр, Аня, перед тем, как вас отпустить, мы хотели бы от вас по топ-3 фильма от вас, вот личные ваши рекомендации специалистов. Да. Кинолюбителей, киноманов настоящих. Еще и кинооператора. Я думаю, что, если вы позволите, да, конечно, ladies first. Я на самом деле очень патриотично в плане кино, и очень люблю российские качественные картины, и мне кажется, очень зря, что многие люди как-то сразу скептически относятся. На самом деле, вот мой любимый, один из самых любимых фильмов — это «Жить». По-моему, 2016 года, не помню, Сигарев режиссер. У него очень серьезная, драматическая такая история, которая учит продолжать вот жить во что бы то ни стало, даже если кажется, что конец, вот он. Вторая для меня самая вот серьезная картина — это Павла Лунгина «Остров». Мне кажется, что это прям картина о том, как человек постоянно находится в каком-то смятении, где добро, где зло, не может найти ответ. Именно вот эта картина, она показывает, как человек на протяжении своей жизни ищет какое-то искупление и находит его вот в каком-то определенном варианте. И, наверное, «С любимыми не расставайтесь». Мне очень нравится эта советская картина, которая показывает, демонстрирует, как нельзя бояться каких-то проблем именно молодым парам, допустим, или парам в принципе в жизни. Надо быть друг другу более терпимыми и любить друг друга. Вот если... такой патриот у нас, Анна. Патриот-философ. Да, еще философ. С нотками романтики. Можно заслужиться. Да, ну, Александр. К сожалению, я не буду столь патриотичен. К сожалению или к радости. Но первое, я его не выставляю на первое место. Это вот как топ-3 такой. То, что я говорил, это «Доберман». Потому что, ну, Венсан Кассель и Моника Беллуччи. Да, просто, ну и больше это, ничего не надо говорить. Это божественно. Это «Доберман». Это провалившийся когда-то в прокате, но потом набравший и очень большую, скажем так, и фан-сервис пошел, и армию фанатов он набрал. Это «Эквилибриум». Это что, да, это вот, ну, тоже вроде бы постапокалипсис, вроде бы антиутопия. Ну и последний, то, что я сейчас, буквально только что мы разговаривали, это «Богемская рапсодия».
Немножко неправильный перевод, потому что его бы стоило перевести как «Рапсодия богемы», эту песню, название песни, соответственно, название фильма. Mm-hmm. Потому что как бы там пелось о парне, который, собственно говоря, из богемы. Mm-hmm. Он не из богемии, это вот mm-hmm. Бухал, может быть, из богемии, а парень-то был из богемы. То есть немножко некорректный перевод. Ну, это трудности перевода, но зная Фредди Меркьюри и всю Куин, там можно и так, и так перевести. Можно все простить. Да, можно простить. Этому фильму можно вообще простить все. Да. Александр, я думаю, что вам тоже можно простить все. Тем более, что вы сегодня у нас награждаетесь и становитесь победителем номинации «Лучший оператор. Объективный взгляд». Я уже вцепилась в этот значок, чтобы не перепутать его. Да. Мне прямо вот... Это вам. Спасибо. Я его буду... На косуху я уже... С гордостью, да. Спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли в гости. Спасибо. Мне кажется, у нас такая живая беседа, которую можно было продолжать бесконечно, о кино можно говорить вечно. Вечно. Да, ну, к сожалению, прямой эфир и время и нам нужно прерваться. Поджимает, да. А реклама. У нас реклама. Что пригласили. Спасибо. Сцена 15, дубль 1. Я всегда мечтала попробовать такое. Да, вот кем ты вообще мечтала стать в детстве? В детстве я мечтала стать президентом. Ух ты! Амбициозная дама. А я вот мечтала стать кинорежиссером. Тоже неплохо, да? Да, это очень неплохо, и почему-то грустно. Тома, еще не все потеряно. Ты можешь снять свой первый блокбастер вот просто на телефон. Как интересно. Да, сейчас можно все. И как это сделать, узнаем из нашего следующего сюжета. Кто из нас не мечтал держать в руках «Оскар», получать многомиллионные гонорары и видеть свои шедевры на большом экране? Все это можно осуществить с помощью одного только телефона. Так и быть, мы расскажем, как снять бюджетное кино. Для начала нужно определиться с жанром вашего будущего шедевра. Боевик, романтическая комедия, психологическая драма, фэнтези, нуар, вестерн с элементами триллера. Тщательно поработайте над сценарием, распишите диалоги, продумайте мизансцены. Денег на гонорар у вас, скорее всего, нет. В качестве актеров можно пригласить своих друзей. Помимо телефона, вам понадобятся стабилизатор, портативный блок питания, ибо зарядки хватит ненадолго, и петличный микрофон для смартфона, чтобы записывать звук. Если дополнительного оборудования для звука нет, всегда можно снять немое кино. В вашем распоряжении всего один телефон, то придется останавливать актеров. Стойте, стойте. Помните, что в кино, как и на телевидении, нужно менять планы и ракурсы. Не понимаю, где мой кофе? За что я вам плачу вообще деньги? Ты не платишь нам деньги, у нас бюджетное кино. Сцена 1, дубль 2. Ну, вообще-то это делает ассистент. Если вы снимаете бюджетное кино, вам придется быть одновременно продюсером, сценаристом, режиссером и оператором. К слову, Квентин Тарантино, Чарли Чаплин, Андрей Тарковский и Сергей Параджанов выполняли на своих площадках совершенно разные функции. Если вдруг сценарий так и не пришел в голову, можно снять ремейк известного фильма. Thank you.
У нас нет гримера, мы снимаем бюджетное кино. А, ну ладно. Монтаж не менее важная часть кинопроизводства. Его можно выполнить на телефоне, но для удобства мы решили воспользоваться компьютером. Не забывайте, что крупный план должен сменяться средним и общим, а любое «так сойдет» на съемках выливается в большую проблему на монтаже. Снять кино даже на простой телефон не так уж и просто. Без дополнительного оборудования задача усложняется в разы. Дешево и сердито, либо дорого, и любо выбирать вам. Не бойтесь экспериментировать, и тогда даже самые крупные киностудии будут ваших ног. Тишина на площадке. Можно? Стоп, снято! И все это... я забыла. Давай. Ил Выждуков, поехали. Вот так Инна Макива, наша коллега, тебя переубедила, скажи мне. Ты знаешь, я поверила в свои силы и в возможности, что немаловажно. Мне вот интересно, как ты думаешь, чем хороший актер отличается от плохого? Ну, наверное, хороший актер — это тот человек, который универсален, он имеет широкую аудиторию своих поклонников, ну и, конечно, мировую известность. Да, Тома, а вот хороший каскадер — это человек-невидимка. Ты смотришь на него и думаешь, что это твой любимый актер падает с крыши небоскреба. Ага, то есть вот так, да? Да. Ты знаешь, я думаю, что все секреты необычной профессии нам раскроют каскадеры Алик Пагаев и Казбек Багаев. Давай узнаем все секреты. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, о своем опыте работы в кино. Такая необычная у вас профессия. Очень редкая, мне кажется. Расскажите, где, в каком... Ну, давайте начнем с того, что мы не самые крутые каскадеры в нашей республике. Тоже есть. У нас есть ребята, два брата. У нас сегодня скромные гости. Да, Герман и Артур Галаевы, которые сейчас... вот. Я точно знаю, что вот самый такой известный фильм, который снимался, где они работали, это «Анна Каренина». Там же работал вместе с ними и наш же коллега Арсен Загуров. Вот так. Расскажите нам про свой опыт. Ну, свой опыт у меня какой? Я работал в Хохаге, чисто как каскадер. Ох, какой кадр. И это Казбек нас, Багаев, пожалуйста, это он. Это тоже он. Началось... Моя каскадерская деятельность – это с фильма «Легенда горы Тбау». Режиссер... Легенда остинского кино, а вы говорите, применяете. Да нет, остинское кино далеко не легенда. У нас есть еще круче легенды. Вот, кстати, вот сейчас в кадре, там со мной рядом Руслан, царство небесное, Киоев. Это мы работали тогда с Марленом Хуциевым, вот его... можно так сказать, это его «Лебединая песня» будет. Рабочее название фильма «Не вечер», «Не вечеря». Вот это кадры из фильма, когда мы работали с «Россией-1». Игорь Денисов, режиссер, про «Дикую дивизию», художественный документальный фильм. Вот все художественные кадры, с которыми про всадников сняты, это работали мы, вот наши ребята. Скажите, пожалуйста, вот мне кажется, каскадеры – это какие-то особенные люди, я бы даже сказала, особенная каста людей. Потому что не каждый человек согласится рисковать своей жизнью, а ведь я не преувеличиваю. Это так и есть, правильно говорите. Ну вот расскажите вот это ощущение, когда вам нужно выполнить какой-то очередной трюк. Перед этим, что вы чувствуете? Ну как вам сказать? Человек осознанно идет на этот трюк. Кроме того, что, допустим, мы исполняем трюки в фильмах, у нас это происходит каждый день, ежедневно в нашей работе в театре «Нарты». Это человек уже сам понимает, человек понимает, что это риск, что с этим как-то можно повременить, но мы на это идем сознательно. Ну, я не знаю, как это объяснить. Человеку это нравится. Человек перебарывает свой страх. Живет этим, правильно. Некоторые сейчас еще говорят, что это адреналиновый голод или присаживается на адреналин. Нет.
человек просто любит свою профессию, сознательно идет на это дело. А я права в том, что каскадер перед выполнением какого-то трюка, он знает в точности до все миллиметра все до свою траекторию? Обязательно. Все вот приспособления, все, площадка, где будет исполняться трюк, это все вымеряется очень, как это сказать, очень точно и очень... До мельчайших, до мельчайших подробностей, потому что очень часто это, при мне, вот Герман, это было в убойной силе. Вот там, если вы запомнили, момент был, один из ментов наступил на мину. Это момент такой был, они собрались и решали, как же его спасать. И пришли к выводу, что его надо завязать за БТР, и БТР дергать. Его выдергивает. Вот этот трюк исполнял вместо актера наш Герман Галуев. То есть я так понимаю, что каскадера можно даже с сапером сравнить? Да. Нет, да. Но это то, что вот это там обыграно в фильме, это на самом деле не срабатывает. Не надо никому это делать, ну его... Знамение остаться, это очень плохо. И вот его вырвали, ну, травму шикарную получил, будем так говорить. Ужас, кошмар. В общем, у вас очень опасная работа. Очень вот с нами, опасная. Рядом с Томом, с тобой сегодня вот такие люди сидят. Сейчас действующий у нас Казбек. Так, замечательно. Когда... И у нас есть для вас награды в номинации. Да. Какая номинация? Номинация у нас, звучит так. Лучший каскадер, стальные нервы, крепкие связки. Мы правы? Да. Это Казбек, да. Спасибо вам. Пожалуйста. И продолжая тему закадровой жизни, я предлагаю посмотреть сюжет о том, как создаются фильмы в нашей республике. Пожалуйста. Бибо. Бибо. А? Давай. Залина. Угадал. Во всем виновата Залина, и так уже 40 лет. Легендарная кинолента Роберта Меркуна разошлась на цитаты, да и само название картины стало крылатой фразой. Влюбить зрителя в фильм помог звездный актерский состав Инвета Маргоева, Урусмат Баскаев, Лидия Бесолова, Анатолий Галауф, Алла Цгоева, Ким Суанов и многие другие. С мужчинами надо работать по системе. Интересно, по какой? По системе дедушки Дурова. На съемки киноленты ушло около 2 месяцев. Интересно, что большую часть реквизита, ковры, мебель и одежду актеры приносили из дома. Основные сцены фильма отсняли за пределами города. Так, знаменитый эпизод, где Бибо исполняет печальную песню, снимали в Урсдоне возле ГЭС. А вот уютный домик Дунитхан находился в телевизионном павильоне. Вот здесь снимался эпизод, где я выхожу после сдачи экзаменов за семестр. Нам даже массовку собирать не пришлось, потому что здесь студенты, все как увидели, они так с удовольствием подходили. Для Аллы Цгоевой съемки в фильме стали дебютом. Потом были еще киноленты, но роль колхозного повара Дунитхан для актрисы стала главной в жизни. Вот здесь стоял стан большой, такой сделали стан. Стан, это как, куда приходят обедать колхозники, значит, я была повариха. Я говорила, сейчас Дунитхан вас накормит. И я им вот накрывала стол. Саламовым у меня вот здесь сцена произошла, когда я его испугалась. Ой, напугал меня. Вот, я вот тут вот накрывала им столы, было очень хорошо было. В молодости ее называли Нонна Мордюкова в миниатюре, а для других она так и осталась Дунитхан. Или просто Дунечкой из фильма «Во всем виновата Залина». 16 лет Алла Гагузовна преподавала на факультете искусств СОГУ. Сегодня она руководит Народным театром Вельхотова. Всего на сцене она воплотила более 70 ролей. Я себя считаю очень счастливой, потому что мы застали театр, когда мы приехали. Мы застали в расцвете Каллагова, Хурумова, Балаев. И первый мой выход на сцену, конечно, с Владимиром Васильевичем Тапсаевым в «Ревизоре». Я играла Марию Антоновну. А вот Урусмат Баскаев на момент съемок фильма уже успел попробовать себя в качестве режиссера и актера. После он сыграл во многих спектаклях на сцене Осетинского театра. Снимался в культовых фильмах «Костры на башнях», «Фарн» и «Чермен». А в картинах «Сюрприз» и «Семейная драма» был вторым режиссером. Сегодня Урусмат Баскаев работает журналистом. Приятно, когда твоя работа кому-то нравится.
И когда меня называли, иногда Бибо обращались, это тоже, конечно, ну, и с юмором это все воспринимаешь, и смешно, и в то же время, ну, думаешь, сколько же это будет продолжаться. Ну. Особенную атмосферу фильма создала музыка Феликса Алборова. Лирические мелодии, мудрые, проникновенные стихи не оставили равнодушными зрителей во время премьеры, да и сегодня остаются любимыми для многих. Песня «Сышушак канон» и «Оу Махуры Хай» были признаны лучшими в осетинском кино. О, махуры хай, рашух чижгай, да-да, нушма, масард масин. Примерно на этом месте 42 года назад Бибо исполнил песню Феликса Алборова «О, махуры хай». И зрители до сих пор смотрят этот эпизод с особым трепетом. К сожалению, в Северной Осетии уже давно нет киностудии, не снимаются больше фильмы, отличающиеся особым национальным колоритом. Но у нас сохранилась настоящая сокровищница, пусть и небольшая. Фильмы советских времен и поныне любимы не одним поколением жителей Осетии. Белла Бекоева, Хета Гапоев, Диана Кабалоти, Хета Калбегов, телеканал «Осетия». У нас в гостях очаровательная женщина и талантливый режиссер Ангелина Царикова-Гитарова. Ангелина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот мы слышим песню из вашего любимого фильма. Расскажите нам, что это? Откуда эта песня? Ну, это «От заката до рассвета», легендарный фильм. Да. Да, это классика, но как бы несмотря на то, что говорят, что Тарантино — это вне стиля, это что-то такое из ряда вон выходящее, на самом деле там все очень четко, понятно, по драматургии. И я не знаю, вот этот фильм для меня — это, во-первых, какая-то связь с детством. Во-вторых, уже после того, как я окончила сценарный факультет, я поняла, что там очень четко все правильно, все правильно выстроено, да, по структуре. И это действительно очень крутое кино. Вот теперь мы точно это знаем, специалист подтвердил. Но можно сказать, что вы ориентируетесь на Тарантино, когда снимаете свои фильмы? Я не на Тарантино ориентируюсь, ориентируюсь на хорошую драматургию, стараюсь, естественно, это моя мечта, как бы достичь такого уровня, да, чтобы было все психологически четко выстроено, потому что все-таки американская схема — это психологизм, который держит, который волнует, интригует. Если брать там российское кино, то это натурализм, это жизнь такая, какая она есть. Это то, что я люблю смотреть, то, что я хочу показывать в своих фильмах. Мне это само интересно. Вот, поэтому... Ну, вот расскажите нам, что за кадры сейчас мы видим. Это со съемочной площадки, я понимаю, ваших фильмов. Вот этот кадр — это «Светлангел», кинофестиваль в Ставрополе. Я являюсь членом жюри. Это любительское кино. Хороший стартап для начинающих кинематографистов. Там очень разные фильмы бывают представлены. Это был кадр со съемок студенческого фильма «Белая голубь», который мы снимали со студентами нашего колледжа. Вот. Это кадр с фильма Фатимы Зулоевой вот сейчас. Она отсняла свой дипломный фильм. Ангелина, ну что значит быть режиссером вот в нашей республике? Сложно это? Где вообще вы берете? Это вообще возможно? Это фантастический персонаж. На самом деле, ну, конечно, и сложно, и просто... Сложно, потому что... Тяжело сейчас найти финансирование на съемки хорошего фильма. Легко, потому что сейчас у нас есть все для того, чтобы снять кино. Как бы, именно технически 21 технически, век позволяет. Технически, да, и много современной молодежи интересной, много актеров, много хороших операторов. Единственное, что нужно — собрать команду и сделать из этого что-то. Вот команду собрать сложнее. Как бы, несмотря на то, что все это есть, при всем при этом сложно бывает работать. Ангелина, насколько я знаю, хороший режиссер — это тот режиссер, который отличается каким-то своим стилем определенным. Ну да, можно угадать. Да. Кадру. Вот он у вас есть? Ну, как вам кажется? Мне говорили, что у меня есть стиль в персонажах. Ну, к сожалению, это такой. В общем, я люблю такое социально-психологическое кино, и очень часто у меня бывают персонажи, которые не неудачники, как многие говорят, а именно такие люди с подрывом каких-то ценностей, которые с помощью чего-то начинают воспринимать жизнь по-другому. Вот поэтому как бы иногда бывает, что меня угадывают.
Ну, по стилю написания, потому что я все-таки больше сценарист, нежели режиссер. А на что вы опираетесь в работе? На свой жизненный опыт? Или это вот голая фантазия? Нет, это обязательно жизненный опыт. Это истории, которые я слышу от своих знакомых. Иногда это истории от совершенно незнакомых людей, которых слышу в поездках. Это обязательно для меня, я всегда говорю, это должен быть жизненные какие-то, должны быть и факты, и истории. Тогда фильм обретает глубину. Да. Угу. Ну, у нас для вас тоже есть специальная номинация. Это номинация «Лучший режиссер и почти как Спилберг». Ну, я надеюсь, что вас ждет еще большая слава, чем Спилберга. Спасибо. Ну, вот так плавно наша программа подошла к концу. И вот как сказал великий Жан-Люк Годар, в фильме должно быть начало, середина, конец, но не обязательно в этом порядке. Вот интересно, вот у нас, я думаю, что финал, подожди, или середина. Нет, я думаю, что у нас финал. Наша программа подошла к концу. Съемка закончилась. Ну и вы смотрели дневное шоу «Канарейки». А мы увидимся с вами в следующий четверг. Пока.